Хоба! Всем здорово, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растение против зомби 2». Да, друзья, надеюсь, ты соскучился, не забудь поставить лайкосик. Короче, друзья, нет, мы не на арену, хотя на арене интересно, что происходит. Тут, так, сколько у нас? У нас, ну-ка, погоди, ух ты, блин, один день и новое растение уже через день. Ну, да. В общем, друзья, немного стоит подождать. Это здорово, это очень здорово. Хочу, конечно, увидеть. Но мы сегодня зайдем в приключение. Пацаны, конечно, квас. Надеюсь, вы уже подготовили. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Мы с тобой сейчас отправляемся на Дикий Запад. И там жесть какие. Но, послушай меня, Григорий, в общем, если ты не знал, он уровни делал. Он покопался в файликах. И он, короче, сделал так, чтобы хард-уровни ты мог и так пройти спокойно. Но потом, конечно, надо будет там удалять из папки, но эпическое задание «Дикий Запад». Сложные уровни. Пройдите усложненные и выиграйте тонну. Вот единственное здесь тонны самоцветов. Вот это единственное. А так, конечно, можно и ну, спокойно проходить. Короче. Эх, мапенни, экого дива, эшпе. Эти окаянные пущи прежнего распоясались. Пользователь Дэйв, мы на Диком Западе, а не в Древней Руси. А что, есть разница? В любом случае, вы правы, местные фронтирцы стали еще свирепее, чем прежде. Боюсь, прежде всего нам понадобится улучшить наши растения. Бу-бу-бе. Да и как бу-бу-бе, у меня такие улучшенные. Будь здоров, короче, друзья. Итак, у нас там... Ой, кого только нету, друзья, вдруг посмотри. Но у меня, в принципе, есть тут на готове какие-нибудь штучки. Во-первых, я хочу посмотреть на уровень. У нас две вагонеточки, которых занимают пипец чуть ли не все поле. То есть надо что-то такое жесткое поставить. А жесткое... Ой, блин, я забыл то, что мы с тобой не играем в это. Я думаю, вот эту вот штуку, цветную капусту поставить. Может ее реально, она как бы... А какая разница от вагонеток? Погоди, не-не-не-не-не. Стой, окру мы тоже можем поставить. Не, это мне, тем не менее, нравится чуть-чуть. Теневое можем, да, поставить. В принципе, нормально. Как бы вот эти вот штуки можно, но лучше вот такие... Улучшить 5000. У меня есть 5000. Урон 50. Угу. Отлично. Так, сейчас мы с тобой посмотрим. Может, бананчик, наверное, жесткий поставим? Да, кстати, неплохо было бы. Так, либо трехстрел. Он здесь вообще хорошо, на самом деле, пригодился бы. Давай трехстрел на всякий случай поставим. Поехали, поехали, друзья. В общем, еще раз приятного просмотра, приятного аппетита. Начинаем сажать, и здесь как-то... Вот как-то интересно надо будет сажать. Нам получается... Погоди, может на вагонетку поставить эту фигню? А что будет, интересно? Ну, по-моему, она мало будет давать все равно. Она, видишь, там прям, чтобы она окружена была. Так, зомбаков дофига. Три, при том... Как ты видишь, во, вот эту вот штуку мы с тобой... Да, вот, кстати, неплохо, неплохо. Так, давай. Аккуратненько вот так вот. Здесь, я думаю, бананчик не ставить, потому что, ну, сам понимаешь, как бы это не стоит того. А вот потихоньку тут... Так, 100 монеток. Давай, давай, еще 150 дай нам. Во, во, видишь, тут хотя бы будут активизироваться они. Во, видишь, хоп, сколько солнышек. Раз. Потом раз вот так вот делаем. Угу. Так, давай, активизируйся. Отлично. Вот там, правда, идет вот не очень такой замечательный... Да, вот этот вот засранчик, поэтому надо все-таки цветную капусту сейчас устанавливаем с тобой. Давай, 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 замирай, замирай, замирай. Так. Ага, отлично. Если, конечно, получится. Блин, хоть бы получилось. Не, не получается. Видишь, он прям сюда подбирается, а, засранец. Просто посмотри. Просто посмотри на это, а. Что делает? Так, тут у нас все уже схвачено. Каркантюа идет, ёп. Так, отлично, цветная капуста очень помогает, хорошо. Она, по-моему, ну, просто отгоняет врагов, как я знаю, поэтому не стоит ее пока применять. Здесь можем вот так вот сделать. Сейчас 225 мы хоть накопим. Да, давай, 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 еще одну поставим. Так, его стоит замедлить, я думаю. Да, стоит, пожалуй, замедлить. Все, отлично, пошло, пошло, пошло. Добро, друзья. Ну, в принципе, мы справляемся. Вот это вот надо аккуратнее будет, курочки.
Так, норма. Норма, чуваки. Так, хорошо идет пока что. Там можем этого пока заморозить, чтобы он, знаешь, его покушал. Да, пусть кушает, пусть кушает. Так. Ой-ой-ой-ой, вот сейчас вот, да, они, видишь, сбрасывают. Они сбрасывают, это меня напрягает. Так, бананчик, хобач. Раз. Нормаль. Так, теперь идем сюда, друзья, идем сюда. Отличненько, здесь можем еще этого поставить, чтобы мы... Блин, да что ж такое-то, смотри. А, все, он наш. Он наш, друзья. Он наш же, да? Да, он наш. Все. Цветная капуста, видишь, работает отлично. Все, изи. Изи, прошли, пацаны, наши гаргантюа, наши растения, все круто. Четко. Все. Еще мы получили с тобой. Ну, стол мазиков, это, конечно, круто. Так, события. Дальше мы с тобой идем. Второй. Второй уровень. В принципе, видишь, мы быстро это делаем, но... Ну, блин, хотелось бы чуть-чуть... Не дайте зомби затоптать цветы. И вот тут вот уже, ну... Такой уровень. Короче, а, нам дают. Нам что-то дают. Уровень второй. Угу. Мы их сажаем вот сюда вот. То есть потихоньку. Пусть по два будут пока. Так, острый. Блин, смотри, он как малыш какой-то. Так, сюда поставим давай. Ага. Так, у нас есть орешки. Отлично. Это прям вот, ну, видно, что куда их надо ставить. Ага. Все, этот сейчас пукнет, и он, в принципе, ну, ты сам знаешь, что с ним станет. Да, вот, вот примерно так же. Так, острых бобов надо, наверное, сюда вот поставить. И сейчас чисто потихонечку улучшаем, да улучшаем. Так. Отлично. Так, здесь надо вот сюда вот ребятам помочь. И вот сюда вот поставить. Пусть он, конечно, немного ест. Так, отлично. Ставим куда-нибудь острый боб сюда. И насчет вот этих вот, смотри. Нам надо же их это все-таки как-то... Ой-ой-ой, они не затопчут, точно? Ага, они не могут туда проникнуть, это хорошо. Правда, бычок единственный, он, по-моему, тоже против нас пойдет. Фу. Ну, газы, конечно, на эту штуку не подействуют. Во-во-во-во-во, вот этих старичков надо аккуратно, аккуратно с ними сейчас, чтобы нормально было, потому что ты сам знаешь, они сейчас... Они сейчас будут это. Все, давай аккуратно с ними разбираемся. Вот, сейчас, видишь, что с курочками? Давай. Видишь, острый боб здесь, конечно, не поможет, понятное дело. Главное, чтобы они его... Да, вот такая вот проблема есть. Отлично. Все, теперь помогаем. Ой-ой-ой-ой. Все, тихо, я вижу, как ему плохо прям. Братишки, сейчас я вам помогу, погодите, пожалуйста. Все, там уже идет гаргантюа. Его, конечно, стоит уже мочить. Ой. Так, не знаю даже, куда ставить. Давай сюда. Ага, нормально, нормально. Работаем по нему. Минус. Отлично. Так, и теперь распределяем. Ну, в принципе, все. То есть, это как бы уровень очень легко проходится. Очень-очень. Все. Ой. Все. И такие радуются, блин. Цветочки. Отлично. Мы с тобой прошли второй. Нам, конечно, ничего не дают, вот, но сотку должны дать вот за все эти. И это здорово. Я так понял, ну, уходит где-то от 5 минут. То есть от 5 минут уходит времени на каждый уровень. Но это при том, мы тут с тобой... О, приготовься к обороне. У нас, смотри, что вообще у нас электрический.
Воу, вот это что-то интересно. У нас 400 всего. Два этих и два этих. Воу. Ну давай посмотрим. Давай посмотрим, что будет, конечно. Электрический, ну-ка. Я обожаю, конечно, электрических. Курочка KFC. Во, все, нормалек. Так, отлично, теперь давай. Слушай, они офигеть. То есть тут это насколько офигенное растение, что оно настолько сильное. Офигеть, оно реально очень-очень сильное. Ребят. Так, я, конечно, не знаю, что будет, если мы с тобой... Вау, 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 вау. Единственное, курицы прорвались. Однако, и не только курицы. Не знаю, почему, чё ж он... Такой гад крепкий-то, а? Офигеть, он крепкий. Так. Блин, мой поп-фильтр маленький. Что ж ты делаешь-то? Что ты делаешь? Ага, все отлично, друзья. Все вроде нормально. Так, давай аккуратно, аккуратно. Работаем, блин, по этим курицам. Офигеть. Будь здорово. Блин, у нас капец какой-то, ребят. Давай, конечно, вот так вот делаем. Да, чтоб эти все-таки засранцы... Как-то... Ой, блин. Ужас, ужас, ребят. Что творится? Какая-то курица меня заклевала. Но это... Ну это, ну что это такое? Ну просто что это такое? Давай начинаем, посмотрим. Эпическое задание «Дикий Запад», сложные уровни. Приготовьтесь к обороне. Давай перезагружаем и погнали. Главное просто следить за ними. И все. Не... По-другому просто не надо. Действовать так. Вот раз он ее. Хоп. Из-под него. Раз и раздел просто. Так, надо следить за магнитогрибами, чтобы нормально было. Вот раз мы слопали. Все. Так, вот не хочет он. О, съел. Отлично. Так, тихо. Давай. Оп, примагнители, примагнители мы с тобой. Так, видишь, курочки кушают, надо осторожно. Да блин, Nike все открывается, а? Что он творит? Так, раз, отлично. Тихо. Пацаны, аккуратно, аккуратно. Ну, это, конечно, не очень хорошо, не, вообще не хорошо получилось. Конечно, давай заново, потому что он съедает, блин, видишь, надо распределять их быстренько туда-сюда, оп-оп-оп, ля-ля. Поэтому аккуратно, друзья. Так, продолжаем мы с тобой. Сейчас надо аккуратно сделать как-то, вот-вот прям вот мудриться, да, приготовьте к обороне, перезагрузить. Поехали. Сажайте. Так, он получается, вот смотри, он в одного... Электрический. Вот шарик летит. И он двоих, в принципе, спокойно. Вот. Но все равно, конечно, лучше ему поставить. То видишь, что происходит. Так, вот, отлично. Все не пока тут вдвоем. Раз, сейчас у него защита отлетит. Угу. Курица уже вижу, куриц. Ой-ой-ой, вот это проблема, да, это проблема, пацаны. О, отлично. Окей, тихо-тихо-тихо, видим с тобой проблемку. Офигеть, он просто, ты видел, как он... Этот чувак с флагом, это и курочка, блин, я думаю, курица даже доест. Ужас, просто ужас, пацаны. Короче, у нас осталась всего лишь одна. Это фигулина, и это довольно печально. Раз.
Видишь, как бы. Так, забираем эту штуку, но я думаю, что будет плохо. Надо как-то, знаешь, контролировать. Так, видишь, их много идет, что пипец. Но у нас остается только одна, получается, штука, за которой надо следить, и все. По сути, мы с тобой можем вот так вот сделать, и все. Да, все отлично, друзья. Сейчас мы с тобой просто следим за одной. Ну тут что сделаешь, да? Тут ладно уж. А вот тут надо последить, чтобы эта штука... Оп, минус. Все. Чуваки тут, конечно, ложатся. Спатеньки, баеньки. Все. Отлично, отлично, пацаны. Да ладно, какие-то курицы! Вы чё, блин, творите? Офигеть, просто офигеть. Напоминаем, типа, повышайте уровень, не забывайте про это. Хорошо, хорошо. Не забуду, не переживай. Ну, это прикол. Так, давай еще раз перезагружаем. То есть, в принципе, ну, легко. Главное, чтобы электрическое растение вот-вот не трогали. Но это крутое растение, мне понравилось. Так, все, давай немножечко усилим. Усилим, быстрее все это сделаем. Что это такое у нас, а? Так, раз, раз. Так, ничего он не хочет магнитить. Оно и верно. Так, тихо, вырубаем. Тихо, не кушаем. Вот проблема в том, что вот эту едят, вот прям пипец. Ладно, пусть одну они съедают, потому что с флагом чувачок, он что-то, ну, жесткий, жесткий, согласись. Так, тут ничего у него нет под покрывалком. Угу, сейчас все отлетает. Окей. Все, тихо, 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 держимся, 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 пацаны. Все, вот сюда эту фигню мы... Оп. Раз. Отлично. Так, по идее это все, то есть нам... Да, нам по идее вот этот уровень и все... Сейчас они видят, что с ними происходит. Куриц, слава богу, нет. То есть раз, раз. Но мы могли получше пройти, потому что это, друзья, мы, конечно, монеты зарабатываем, но прошли. Потому что нам не важно. Да, там мы чуть-чуть что-то заработаем, но это фигня. Так, идем дальше. Уже четвертый. Идеально, просто шикарно. Вот 100 алмазов я заработаю, потом от Григория все-таки... О, защитите Россию, находясь в опасности. Офигеть, это крутой будет. Это будет очень-очень крутой уровень. Там какой-то вообще шахтер с вагонеткой. Жесть. Так. В принципе, 7500. Солнышек, офигеть. Я, наверное, знаю, как это сделать. Слушай, это крутой будет уровень. Ну, орехи надо было все-таки поставить. Я с тобой пошли. Надо их как-то остановить. Главное, чтобы он фитилек там. Но его... Он спокойно тушится, как ты знаешь, как ты видишь. Все, погнали. Еще раз. Так, внимание, сажайте. Все, пошли. Пошли аккуратно. Вот, кстати, зря, наверное, я его первым посадил, потому что он... Хотя, нормально. Он, хотя, слушай, нифига себе, нет. Наверное, стоит его даже первым сажать. Вообще хорошо идет. Так, отлично. Так, ребята, стоп. Фитиль я уже услышал, да. Вон он горит, поэтому надо единственное вот так вот сделать, да, придется. Сразу другие, конечно, идут нападать. Сейчас, секундочку. Мы его, конечно, сейчас вот так вот сделаем. А, не тот, смотри. Вот какая проблема у нас есть. Давайте, выдавайте мне солнышки. Yeah.
И вот, вот, вот это, в принципе, можно делать, смотри. Так, тихо, этот страдает как бы. Ну, в чем проблема? Этот-то страдает. Быстро, быстро, пацаны, давай, давай, набираем. Блин, этот проезд. Да. Ой-ой-ой-ой, это может быть, это плохо закончится. Но мы можем с тобой вот такую вот фигню поставить. Все, тихо. Тихо-тихо-тихо, ребят. Ну, они вот, в принципе, нормально. Блин, эти объедают. Видишь, что там вообще творится? То есть он как бы на рояле играет. Слушай, это жесткий. Это очень жесткий и крутой уровень. Мне понравился. Не знаю, как тебе, бро. Он довольно прикольный. Так, ну давай еще раз, так уж быть, попыточка у нас будет. Как-то надо его вот так вот пройти заумно, как-то что-то расставить, что-то такое, блин, что туда поставишь, вот что? Что же быть такое подумать, может кабачок, кстати, кабачок-то может и тоже нормально бы сошел. Ну-ка давай-ка кабачочек, кабачочек, кабачок. Так, может вот это вот, солнечный боб, ну-ка у нас касань, перезарядка. Отлично. Пусть выдает. Пусть выдает. Почему бы и нет? Чем больше хп, тем лучше. Но вот единственное... конечно, там... Ну, можно, по идее, как-то это все сделать. Как бы... Тар, внимание, сажайте. Вот сразу вот этого ставим. Сейчас как пойдут враги, мы давай солнечного баба поставим. Может, ну реально нам там солнышко кто-то подфармит. Нормально будет. Сейчас должен сразу... Этот... Отлично. Так, все, сейчас. Солнечный боб. Давай ставим его сюда. У этого фитилечек. Фитилечки, фитильки. Так, все, аккуратно. Стой. Стой, братан. Угу. Все, он сейчас, по идее, должен сейчас выдавать. А, он выдает только тогда, когда мы с тобой будем сейчас его стрелять. Вот чем, да, точно, точно, прикол. Вот, например, он сейчас вот раздавит. Что будет? Раз. Нормально выдал. Он два раза аж потоптался. Нифига себе. Что за фигня? Так, норм. Так, нормалек. Дед, давай, кушай. Все, норм. Так, сейчас мы с тобой подумаем. Так, он наш, нормально. Вот, вот какого, видимо, придется так делать, да. Что, он даже, его даже это не прорыба... Вот, вот, он взлетел, о! Как? Удача минус 100, пацаны, чисто удача минус 100, это невероятно. Как же это все? Давай, давай еще раз. Конечно, конечно. Братишка. В принципе, в этом что-то есть. Но мне это нравится. Так, внимание, сажайте. Так, быстрее давай. Так, раз, раз. Сейчас он сразу выдает. Мы сразу ставим. Хопа. Давай. Выдавай. Да вы... В смысле он не выдал? В смысле, пацаны, что он не выдал реально? Кстати... Так, ладненько. Так, этого мы устанавливаем сразу. Оп. Вот так вот давай. Все отлично. Вот. Так, где там сейчас взлетит этот? Так, нормалек. Mm.
Тихо, да хватит. Вот все же... Короче, друзья, ладно, я понял, но это жесткий уровень. Мне на самом деле он понравился. Мы с тобой, конечно, попытаемся в следующий раз как-то его пройти. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. Бай-бай, дорогой братишка.